Добрый день, ребят! С вами сегодня Лилия Донскова. И сегодня один из моих любимых дней, когда привозят заказы Oriflame. И посмотрите, это мой заказ. Вы видите, три коробки, три накладные. То есть заказы приходят таким образом. Мне привозят их домой. Я сейчас накладные убираю. И посмотрим, что я заказала. Если честно, я даже не все помню, что я выписала. Но я буду потихонечку доставать и рассказывать. Это новый дезодорант-спрей. Мама попросила заказать с чайным деревом. Классно пахнет, я думаю, что будет очень супер. Себе любимый я выписала крем с черешней, который на последней страничке обложки. Хочу посмотреть тоже, как он... Ребят, как живая вишня пахнет. Сейчас попробую. У него такая легкая текстура. Прям такой влажненький. Очень хорошо для лета, чтобы ручки не потели. Пахнет классно, как вишневым вареньем. Так, это я вам покажу потом. Сейчас спрячу. Выписала себе любимый шарф оранжевый. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Я очень люблю оранжевый цвет. Миша, ну не смотри так на меня. Ой, боже, какой мягенький. Ой, классно. Смотрите, какой красивый. То есть он такой слоеный, получает сверху малиновый оттенок и плавно переходит в рыжий. Давно хотела что-то такое сочное, апельсиново-мандариновое. Тем более нашла ролик в Ютубе, как завязывать палантинчики. Столько вариантов разных, как смотрится. Видите, да, в прошлом каталоге были серьги, я их уже заранее выписала. Это себе. Тоже дезодорант, но я больше люблю шариковые, чем такие пшикалки с чайным деревом. Здесь мы его лучше понюхаем. А, классный такой травяной зеленый запах. То, что нужно. Выписала себе попробовать бальзамчик The One серия. Мне очень понравилось, что он многофункциональный. И у него идет солнцезащитный фактор. Ой, как красиво. Все переливается перламутром. Ой, запах! Губки захочется скушать. Он увлажняющий и идет с компонентами, не только ухаживающими за губками, но и против старения. Имейте в виду, классная штука. Пахнет супер, шикарно. Это у меня заказали. Подводка для глаз. Туши. Туши, точилка. Маска, это все под заказ, убираю в сторону клиентам. Далее, это маска для дочки, все время ей пользуемся, маска с глиной. И выписал себе два новых средства The One. То есть один ухаживающий против ломкости, а один для под лак и сверху для блестящего лака. Видите, ногти не накрашены, ждала 3 дня, не красила ногти. Дала новые средства. Сейчас сразу побегу делать маникюр классный. Мне интересно, есть ли у них запах какой-то. Такой. Так. И здесь, смотрите, полная коробка каталогов. Новые каталоги приходят уже, когда вы делаете заказ, каталоги приходят на следующий месяц. Каталог обалденный. Почему так много? Я их раздаю людям. Отношу в соседние магазины, отдаю подружкам, отдаю маме на работу. И в результате у меня получается всегда очень много заказов. То есть, если вы говорите, что у вас сложности с заказами, то просто нужны каталоги. Так, вот одна коробочка пустая. Сейчас переходим к следующей. Да, просто нужны каталоги, чтобы были заказы. На первой странице у нас идет акция. Сумка. За 269 рублей в морском стиле. Я так давно хотела такую сумочку. За такую цену, конечно, грех ее не выписать. Вот она такого размера. Получается, для нас цена вообще какие-то там копеечки. У нее есть... А, как красиво! Смотрите. Красная внутри. Есть карман. Очень люблю, когда вот здесь сумки карманы, чтобы удобно телефончик спрятать или мелочь какую-то бросить.
У нее есть двойная ручка. Я думаю, что если ее набить, она будет просто крутая. Видно? Самое главное, в подарок каждой сумочке идет вот такая косметичка. Маленькая. Малюсенькая. Какая мягкая. Ой, ребят, как натуральная кожа. То есть она так крепится к сумочке на карабинчике. Такой карабинчик. Она вот так крепится сюда. И можно здесь ее оставить. А внутри у нее все красненькое. Красота. Миш, мне идет? Скажи хоть слово. Очень хорошее качество. Я думаю, оно будет легко стираться в машинке. Такой атласный блеск. Я в восторге. Ребята, супер. 200 рублей такая сумка. Так, а это под заказ клиентам. Так, дальше. Угу. Смотрите, идет акция. Если выписать два средства для ногтей, то маникюрный набор идет за 200 с чем-то рублей всего. В магазине такой наборчик стоит 800, для сведения. У меня такой лично есть, я его очень люблю. И этот я взяла для клиентки. Я попросила клиентка. Вот так он выглядит. Вот тут вот насадки, то есть вот такой вот приборчик маленький. И к нему идут насадочки. То есть здесь полировщики, шлифовщики, пилочки. Вы просто вставляете, как его вынуть-то. Выходи. Здесь есть специальное отверстие, сюда вставляете, нажимаете кнопочку. Ну, конечно, сюда только единственное батарейки нужно будет докупить. Сейчас я скажу, какие батарейки сразу. Маленькие, да, какие-то пальчиковые, мизинчиковые. Две батареечки мизинчиковые сюда вставляете. Очень надолго хватает, у меня такой набор уже 2 года, я батарейки еще ни разу не меняла. Работает все отлично, классно, то есть такой домашний маникюр. Так здорово все сделано, красиво. Так, я потом уберу. Угадайте, кому это? Это Миша. Это Миша, который виляет камерой. Мы пьем постоянно wellness, регулярно. У нас такое правило, что каждый выпивает один пакетик каждый день. Мы это делаем для того, чтобы продлить свое здоровье, укрепить иммунитет. Результат мы видим такой, что для меня вот самое качественное, это то, что мы не болеем. То есть уже больше 4 лет мы пьем эти витамины, и мы забыли, что такое простудные заболевания. И для себя я выписала wellness. Это витаминки, нутрикомплекс для волос и ногтей. То есть, чтобы укрепить волосы, это вот уже 3-я пачка, потому что рекомендуют пить 2-3 пачки курсом раз в полгода. То есть, я пью их обычно весной, но в этот раз немножечко пропустила, начала пить летом. Я сразу заметила, у меня очень много волосиков начинает расти, миленькие такие пушистые ежики. То есть, идет усиленный рост и укрепление волос. Так, это 2-я коробка. Посмотрим, что в третьей. Третья коробка. Так, я сейчас сделаю рекламу, потому что я утром уже залезла, достала этот крем. Это CC-крем с тональным эффектом и с эффектом осветления кожи. Мне очень понравилось, как он ложится. Такой тюбик. Он также идет с ухаживающими компонентами. Прекрасно маскирует все, наносится обалденно. Открываете тюбик, берете одну капельку, можно нанести пальчиками. Ложится идеально, просто кожа сразу стала ровненькая, сияющая. Пор не видно, то есть он маскирует поры очень хорошо. И я взяла светлый оттенок, прекрасно тонирует лицо. То есть если вы сильно загорели, возьмите себе потемнее. Если у вас кожа светлая, то возьмите светлый оттенок. И очень приятно пахнет. Кстати. Классно пахнет. Супер. Ну вот вы видите, тут целая коробка, могу так там немножко наклонить. Здесь в основном мыльно-рыльная, как мы говорим. Это для дочки. Она у нас пользуется только этим шампунем. Грейпфрукт с репейником против перхоти. Потому что ну, какие-то проблемы, не знаю, откуда это взялось, но классно помогает именно вот от перхоти. И мы поэтому сразу взяли 3 флакона, потому что волосы вот у меня вот такой длинный, а у нее еще длиннее и гуще. Вот этот мне очень нравится, гель-скраб «Малинка».
Он выглядит как малиновое варенье и пахнет как малиновое варенье. Ощущение на коже великолепное, потому что вот, если брать просто скраб, им можно пользоваться один раз там 10 дней. Этим гелем идет легкое отшелушивание, каждый день можно использовать. Вот эти вот крупиночки, которые как вот косточки от малинки, это и есть пилинг, который отшелушивает кожу. Если вы не пробовали, берите с удовольствием, потому что сейчас идет по акции объем 400 мл по очень хорошей цене. Но цены не помню, смотрите в каталоге, но цены очень выгодные. Взяла себе укрепляющий шампунь новый, ни разу его не пробовала. Пахнет обалденно, пахнет. Я всегда беру для себя вот эту профессиональную серию, потому что я именно ее люблю. Нравится, подходит. Это Миша, тоже его любимый шампунь, чтобы всегда был в запасе, чтобы такого не случилось, что раз и нету шампуня. Иначе мне Миша не поймет. Ребят, видите, вот это тоже себе, два сразу беру. А это все вот клиенты заказали. Один себе, а остальное все клиентам. Ну, знают уже все, как это вкусно. И всегда с удовольствием все берут. И еще у нас тут есть сыворотка. Коллаген со стволовыми клетками растений. Сама себе взяла, попробовала, очень понравилось. Рассказала подруге, тоже выписала под ногу. То есть она выписала несколько средств, и в том числе сыворотку. И здесь у нас тоже бумажечки и пакетики. Пакетики в подарок, чтобы удобно было складывать продукцию, гулять с ними. И приходит вот такой прайс-лист. Каталог премьер. То есть, если вы делаете заказ на 150 баллов, то вы можете еще пользоваться каталогом премьер-клуба. Здесь скидки дополнительные, очень большие. То есть вы можете в первую очередь приобрести продукцию, которая будет только еще представлена в следующих каталогах, а вы уже можете стать обладателями этих волшебных продуктов. Ой, тут огромные скидки до 80, даже бывает и выше процентов на разные продукты, которых уже даже в каталоге не найдете. Вот. И давайте посмотрим, сколько у нас получился заказ. То есть вот накладная. Вот такие вот накладные. В конце всегда написано, сколько здесь к оплате и так далее. То есть у меня получилось к оплате всего сумма заказа 6148 рублей. Сумма скидки, где вот она, использована скидка 3074 рубля. То есть то, что мне начисляют, часть компания оставляет на предоплате на товарном поле. И к оплате получилось всего 2959 рублей. По баллам. Смотрим, личность 165 баллов. То есть вот такой заказ, вы видите, я взяла немножечко себе, и у меня заказали немножечко клиента. В общем, это все. И забыла вам показать этот сюрприз. Миша, мы успеем. Пачка. Съем. Это подарок компании за хорошую работу. Сейчас идет акция «Купайся в роскоши». Если вы пришли сами, вы только новичок, то вы получаете в подарок за прохождение первого шага вот такую косметичку с наборчиком. Сейчас мы ее откроем. То есть 100 баллов, вы понимаете, да? Ну, чуть больше половины заказа, который я сегодня показала. А если вы как спонсор пригласили одного человека, который прошел первый шаг, то есть сделал 100 баллов, то вы тоже получаете в подарок эту шикарную косметичку с наборчиком. Тут она так заклеена классно. Сейчас я ее открою. И здесь набор. Давайте посмотрим, что здесь представлено. Как все красиво разложено. Смотрите, как здорово. То есть это мини-набор, который, я думаю, будет очень удобно брать с собой в дорогу, если вы любите путешествовать. И здесь есть кремики, кондиционер, шампунь, кондиционер. Это у нас крем для душа. Это крем для рук. Ну, а это надо думать, что что-то Hand and Body крем. Для тела. Маленькая баночка. Шикарная. Я очень люблю медовую коллекцию. И это будет, конечно, супер, ребят. Ну, все запечатано, все цивильно, пока открывать не буду. Пусть побудет немножечко в таком первозданном виде. Поэтому, если вы пришли во время, в период действия акции «Купайся в роскоши», сделайте заказ на 100 баллов, и вы тоже получите такой шикарный набор и косметичек. Все будет в красивой, классной косметичке. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.